Торжественное мероприятие «Родные берега Крыма» посвящено круглой дате. В этом году исполняется 10 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Концерт во Дворце ветеранов посетило около 90 человек. Среди приглашенных – активисты городской общественной организации инвалидов. Это очень важно для людей, живущих в Крыму, и очень важно для России. Мы едины, в этом все сказано. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже 10 лет это событие отмечают по всей стране. Самарский дворец ветеранов не исключение. Ежегодно здесь проводят концерты. Потому что не только праздник для крымчан, не только для праздник для жителей Севастополя. Это праздник для всей России. И сегодня в этот день с нами актив Самарской городской общественной организации инвалидов, юноармейцы, подрастающее поколение, жители нашего города, которые пришли отметить это событие и сказать о том, что пока мы едины, мы непобедимы. На сцене перед гостями выступили творческие и песенные коллективы образовательных учреждений и Дворца ветеранов. Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев, «События».